Всем доброе утро. У меня сегодня вот такой вот завтрак. Мои уже все позавтракали. Все. И Микуся тоже. Я, как всегда, самая последняя. Так получилось. По времени мне надо было позже поесть, после 10. А они поели раньше. И Микуська, красотка, уже покусала. Да, девчонка, скажу всем привет. Чуть-чуть волосики выскочили. У нее прикол, знаешь, как нос дергается туда-сюда, вот так, когда она нюхает. Когда нюхает? Давай дадим что-нибудь понюхать. Ну, хочешь кусочек понюхать? А ты же дергает носом. Но она снюхает. Думает, хлебушка мама даст. Девочки, почитала ваши комментарии. Вы мне просили несколько человек рецепт вот это коржиков на смальце. Сейчас я вам, давайте я вам расскажу, а под видео в описании напишу, закреплю, напишу рецепт, кому надо, может кто-то захочет приготовить. Так, девочки, мука, как всегда, это же мамин рецепт, у мамы все на глаз, мука на глаз. Я всегда у нее, что бы ни спрашивала по поводу муки, она говорит, на глаз, сколько войдет, вы будете видеть. В общем, тут написано, 1 стакан кефира. Если хотите, можете заменить сметаной. 1 стакан сметаны. Ну, сметана дороговата, можно и кефиром. Но я вам так и напишу в скобочках. Кефир или сметану. 1 стакан сахара, 2 яйца, 2 столовые ложки свиного жира. Смальца, оказывается, его и немного надо. 1 столовая ложка подсолнечного масла, 1 чайная ложка соды без горки, мед 1 чайная ложка. В общем, жир растопить. Я помню, когда растапливала, ну, смалец, вы же сами понимаете, как он пахнет. Софи не очень нравился запах. Она всегда говорила, ой, что так неприятно пахнет. Я добавляла туда ванильку, тогда такой аромат был хороший. В общем, смалец, жир растопили, добавили сахар, соду, масло, яйца, кефир и мука. Ну, и замесили такое тесто, ну, которое... Знаете, что я вам скажу? Тесто подлипает, или может из-за смальца, из-за жира. Он такое липучее немножечко. Я вот так подсыпала на стол муки, раскатывала вот так круг и вырезала непроизвольно. Можете квадратами, можете ромбами, как хотите, вот эти вот коржики. А, еще когда я раскатывала, знаете, что я делала? Сверху посыпала сахаром и каталкой сахар, ну, раскатывала. И тогда сверху получались вот такие вот коржики. Вот не написано у меня, сколько выпекать. Ну, наверное, как всегда, температура 180 градусов, и будете смотреть по цвету. Вот мама не написала мне. И я пекла. И я когда пекла, я видео не снимала про эти коржики. Ну, оставлю. Может, кто-то захочет приготовить. Вот так, девочки, шумики, иди, залазь, что ты хотел? На лючке хотела, на лючке, привет, здрасте. Так, девочки, читаю комментарии, рада, что у вас, у некоторых не отключают свет. Смотрю по комментариям, Одесса, держитесь, у вас света больше всего нет. Сколько вы сидите без света, это капец. У нас на выходных не выключали, ни в субботу, ни в воскресенье свет не отключали. Не знаю, сегодня будут, не будут отключать. Ну, я не знаю, я читала в Телеграме, там уже писали, что, ну, там именно частный сектор, какие улицы будут отключать. Так, девочки. Вот. Ой, вчера вечером такие новости не очень хорошие рассказывали. Сразу на ночь себя накрутил. Все, не могла дождаться утра. Думаю, утром проснусь, все, буду собирать тревожный чемоданчик. Ну, утро вечером мудренее. Ты утром встаешь, у тебя уже как-то по-другому все. Ну, пока тихо, но надо, наверное... Собрать такое необходимое. У меня вроде бы там собраны и документы, и то. Ну как, документами-то мы пользуемся, они то там лежат, другие документы в пакете, ну, в одном, ну, там, сложены все лежат. Но надо все, наверное, собрать хотя бы такое
необходимое. Вчера читала в интернете. Тревожный чемоданчик, что положить? Ну, там себе на заметку, например, я бы зато и не подумала, то-то, то-то взять. И продаются готовый тревожный чемоданчик на семью из 3 человек, рассчитанный, ой, на сколько ж он там дней рассчитанный? 3 дня, 45 тысяч гривен. 45 тысяч гривен. На сколько дней? Ну, я не знаю, ну 3 точно дня. 3 дня тревожный чемоданчик. Ну, что там? Ну, там написано, что в него входит. Ну, цена 45 тысяч гривен. Да я соберу и то, что есть дома, и лекарства, и то, и то, и то. Короче, нет. Нам такой вариант не подходит. Я лучше. Мне кажется, на 45 тысяч лучше за эти деньги куда-то уехать уже. Не говори. Выгоднее выйдет. Угу. У нас на улице похолодало, мороз, заморозки обещают. Такой ветер на улице. Ой, еще читала в комментариях, там женщина одна меня так рассмешила. Написала, что я диктатор, очень строгая. С Аней я добрая, а с Софией очень строгая. Что когда мы уезжали от Ани, не этот раз, наверное, этот раз София не плакала. Прошлый раз, наверное, что София... Нет, в прошлый раз я в октябре тоже не плакала. А этот раз плакала? Нет. И этот раз не плакала, и в прошлый раз, я не знаю, может, до этого когда-то не плакала. Что София рыдала, так рыдала, не хотела уезжать, а я ходила и занималась своими делами, мне было все равно. Бред сивой кобылы. Ну... Я понимала то, что надо уезжать, но просто я из-за того, что буду скучать за Аней, там, ну, за это камин... ребенок, он будет плакать. Ну, она хочет остаться. Ну, что значит она хочет? Ну, есть, погостили и хватит. Надо ехать домой. Не то, что у Софии остаться. Уроки, надо, ну, заниматься уроками. Я не то, что хотела остаться, но просто я буду за ними скучать. Это ребенок. Ну, всегда будет, ну, эти разы уже София не плакала. До этого, когда Аня к нам приезжала, училась, София тоже, когда уезжала, это было капец. Она рыдала. Ну, наверное, у всех так есть. Все детки плачут, расстраиваются, когда кто-то там откуда-то уезжают от родственников, там, от братиков, от сестричек. Я такая жестокая мать, не обращала внимания. А ужас. Вообще... Трэш. Трэш полнейший. Так. Нет. София, да не бегайте. А я сейчас хочу, девочки, быстро, ну, пробежаться надо, чуть-чуть дома поубирать. Ну, такой пыль, ну, такой поверхностно поубирать. Порядки немножко понаводить. Завтра надо, дай бог, Женя будет дома. Надо это, в общем, закупкой продуктов заняться, потому что уже все начинает заканчиваться. Вчера Мики последний кусок мяса отварила, говядины. Ну, у нас там есть, что есть. Ну, а такое, то тот закончилось, то закончилось. Надо, в общем, составить список. Не знаю, может, в Экомаркет съездить. Ну, там цены, конечно, бешеные. Но мне надо там... Что ты мне тапок? Уже тапок девочке принесла. Не видно. Не видно. Мики. Соль хочу там подкупить. Там выбор соли просто большой. Может, какую-то консервы, не знаю, какую-нибудь. Может быть, тунца. Ну, в общем, посмотрю. Поедем, посмотрим. Мясо тоже домой набирать не очень хочется мясо. Оно вроде бы ж продается. Ну так, чуть-чуть подкуплю там, на неделю, а много брать не буду. Потому что я заметила, оно когда долго лежит, вот не знаю, как у вас, вот оно у меня начинает, ну как, стареет. Вроде бы и в пакете, и запечатано, ну, закрытое. Но вот полежала оно довгенько, и все. И так начинаешь готовить, вот запах такой вот нету, что свеженького. Неохота набирать много. Ну, это уже набирать света, так вдруг не будет долго.
Вот уже бандитка. Вот уже бандитка. Где второй тапок? А, она мне уже два принесла. Приносила тапки, это ж она меня зовет, чтобы я с ней гуляла. Мама, ты видишь, я уже тапочки принесла. Вставай. Это ж она знает, что я так не разрешаю делать. И специально берет тапок, думает, хоть так я ее подниму. Хоть так она на меня обратит внимание. Микки, я с тобой уже сегодня утром гуляла. И в прятки ты с Софией играла. А тебе надо играть и играть, да? Да? Ты козюлька малая. Так, мамуль, смотри, второй тапок несу. Ты видишь? Тоже бандитка. Бандитка и все. По поводу бисквитиков вы мне написали. Я там себе скриншоты сделала, как, ну, что добавить, чтобы они были такие более влажные. Спасибо, девочки, что пишете. Вот. Будем пробовать. Не знаю, я же хочу красный бархат. Я посмотрела, вы мне в Инстаграме скинули, по-моему, Ирина или не Ирина. Не буду говорить, вдруг ошиблась. Еще Ане писали, что вы мне скинули. Я посмотрела, да, вчера видео. Готовиться не тяжело. Так что, дай бог, все будет нормально. Хочу приготовить. Красный бархат, он такой вкусный. Наверное, мне просто нравится вот это сочетание, вот именно крем вот этот творожный. Мне он так нравится. Но это... Но вишенки тут в рецепте не было. И девочки мне писали, что в рецептах ну, не было вишни. Ну, вот когда мы у Ани ели торт, там была вишня в рецепте. Мне просто есть вишни. Но открывать литровую банку и за пару вишенок там, наверное, не буду. Ну, в общем, посмотрю. Может быть, и добавлю, а может быть, и нет. Вкусный торт. Объедение. Аня говорит, мама, если ты испечешь торт, пожалуйста, отправь мне. Я говорю, Аня, ну ничего делать. Я говорю, ну как я тебе отправлю? Она на судочек положи и отправь, пожалуйста, мне. Я говорю, Аня. Она говорит, на улице холодно, он не пропадет. Ну, на новой почте сколько он там идет? Один день посылка идет. В принципе-то с ним ничего не будет. Но... Я все время думаю, что Аня шутит, а Аня говорит правду. Она хочет тортика такого. Ладно, я спеку Аня, потом скажу, как было мне тяжело или легко. Ну, хотя по рецепту, вот спасибо, вы мне скинули этот вариант. Ничего тяжелого нет. Новая, новенькая, да. Видите, что делает? Все. Вот так она все время делает. Ну, бандитка. Так, Микки. Тапки номер не прошел. Пойду я стяну полотенце мамке. Да? Как обратить на себя внимание? Вот так же и дети маленькие тоже балуются. Так, Микки, не надо. Нет, не надо полотенце мне по полу тягать. Это все время его... Как только не обращаешь внимания сразу. Да, потом, девочки, по поводу бровей писали, спрашивали, не жалею ли я. Нет, не жалею и очень довольна. Если вы хотите сделать, сделайте перманентный макияж. Мне нравятся брови. Спрашивали, чем я их крашу. Крашу ли я их? Знаете, чем? У меня есть гель, Аня отдавала мне. Ну, и у меня есть такой, но у меня черный. Аня мне отдала прозрачный гель. Для бровей. Но сегодня я ничего не делала, не красила брови. И я бывает, знаете, как вот так пройдусь, и он форму, как бы, так, корректирует немножечко форму бровей. А так нормально, довольно. Хорошо. Я сегодня с вами, у меня видеоболталка, надо идти делами заниматься. Ой. Ну ничего, надо иногда и поболтать, да? Отчиталась. Живы-здоровы. Ой, вчера Аня меня тоже расстроила. Расстроила тоже. Позвонила утром. Говорит, ой, у нас так, говорит, громко в Харькове. Два прилета было. И разбомбили
академию, ну, университет, не знаю, как правильно называться, называется, это Костя там учился, в этой академии. И люди, и рядом тоже и дома, там люди пострадали. И Аня говорит, мы же там часто проезжаем. Я говорю, так едешь на машине и осколками поубивай, ты все, что хочешь. Ой. Так, ладно, девочки, пошла. Позанимаюсь домой. Не буду снимать уборку, что настроения нет. Ну, покажи. Ну, нет. Да, покажи. Помнишь, как ты камилки делала? Мама, ну, нет. Еще девочки писали по поводу вот этих ноготочков. Сегодня, видите, не отключусь от вас никак, которые из Софии. Я вам писала, мы заказывали на Джуме. Там и ноготочки, и вот эти липучечки, наклеечки. Ну, если кто хочет, девочкам своим, дочечкам, можете заказать. София чудит. Это пластилин? Угу. Угу. Хотите себе такой маникюр? Я прикол налепила, мне хотели глянуть, как это удобно или нет. Если честно, нет. Кстати, знаешь, как можно тебе? Такая рука. Красота. Не, вот так на плечо мне положить. Ой, красивый. Так сделай себе такой маникюр, чтобы было красиво. В следующий раз сделаю красный. Вот такой цвет хочешь? Ну, не такой длины, ну красный цвет. Цвет такой, но он, цвет красивый. Красивый. Да. А Лен на видео он темный. Да, на видео он другой, не такой. А в яркой жизни он яркий. В яркой жизни он яркий. Все, девочки, всем яркой жизни. Чтобы жизнь была такие же, как мои ногти. Яркая и прекрасная. А я, девочки, на обед решила приготовить вареники. И знаете, что я сглупила, что я сделала? Я поставила воду кипятить, а вода не закипела. Я на автомате взяла, забросила туда вареники. Я не знаю, как я так могла сделать. Что-то я так отвлеклась. Сейчас зажарку сделаю. Яйцо. Я утром жарила 3, 2 съела, одну никто не захотел. Ну, просто София с Женей раньше позавтракали. Надеюсь, вареники нормальные получатся. Я не знаю, как я могла. Вода не закипела. Она только начала шипеть. Я на автомате достала с морозилки вареники. Туда их фиг. И все. И потом до меня доходит, что вода не кипела. Я ее посолила. Ладно, будет нормально. Нормальные получились вареники. Сварились. Все хорошо. С зажарочкой. Горнюньки. Иди, Софиечка, пообедаем и уезжаем. А я с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока-пока. Берегите себя.